Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема называется так: «Рак щитовидной железы. Что нужно знать?». У нас в гостях в студии Драгунов Сергей Васильевич, заведующий 3-м хирургическим отделением Ульяновского областного онкологического диспансера. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Сергей Васильевич, ну первый мой вопрос, он звучит прямо из темы, да, вот рак щитовидной железы. Каков процент генетического вот такого распространения именно вот рака щитовидной железы? Скрининга генетических поражений раком щитовидной железы не ведется, считается это нецелесообразным. Вот. А доказаны некоторые варианты именно генетической предрасположенности рака щитовидной железы. Узнать, кто, когда в семье заболеет раком щитовидной железы при наличии уже болеющего человека, достаточно сложно. Но подтверждено, что, вот я просто подниму статистические данные, что семейный рак, он не генетически называется, а семейный рак, такой термин, он может присутствовать от 3 до 8% случаев в семьях, где рак щитовидной железы у одного из родственников есть. Если это случается чаще, то количество случаев увеличивается на порядок. Например, 2 человека болеют в семье, то поражение раком щитовидной железы у других родственников в первой линии в этой семье возрастает в 2-3 раза. Вот. Если это болеющие женщины, то такое количество случаев может расти до 9 раз. Вот такие генетические, так сказать, выкладки. Сергей Васильевич, ну тогда такой вопрос. Какова заболеваемость вот, именно рака щитовидной железы? Может быть, у нас в регионе, в целом по стране, вы можете сказать? Да. Я как раз сейчас подготовил информацию о заболеваемости в 2020 году. Вот. И она составила по нашему региону, извините, я просто, чтобы не наврать в цифрах, буду подсматривать. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Значит, заболеваемость по нашему региону составляет 3,7 на 100 тысяч населения. Вот. В принципе, это заболеваемость, которая отражает заболеваемость в нашей стране в ее дефицитных регионах. Потому что в целом по стране она несколько вариирует, конечно. От 2 до 5. От 2 до 5. Даже в некоторые годы был до 6 на 100 тысяч населения. Вот у нас регион йод дефицитный, поэтому вот такая... Ну, в принципе, такие средние значения. Средние значения. Они удерживаются много лет подряд. Мы контролируем эту цифру и всегда говорим, ну, рядом с цифрой заболеваемости всегда идет цифра, которая определяет смертность. Извините уж, так сказать, за такое несколько... может быть, неприятную информацию, ну, может быть, но тем не менее это статистическая информация. Это смертность от рака щитовидной железы. В нашем регионе она стабильна на протяжении уже почти десятилетия, 9 лет, вот, и она составляет 0,6 на 100 тысяч населения. Вот, то есть это не больше, чем в России. Цифры стабильные по России и у нас в регионе. Да. Замечено, что обострение рецидивов возникает именно когда человек пребывает в стрессовом или когда-то находился в стрессовой ситуации. Сергей Васильевич, ну тогда все-таки вот какие, вы уже сказали, симптоматика, какая-то определенная у врача должна быть возникнуть, да, подозрение. Да. Ну а вот у самого человека какие должны появиться вот какие-то признаки или какие-то симптомы, что его должно насторожить, и он вот прям немедленно должен пойти к врачу? Симптомы самые простые. При внимательном отношении к самому себе всякий человек может заметить какие-то неудобства, которые возникают у него при разговоре, при глотании. Может заметить при осмотре себя в зеркале какие-то новообразования объемные, нарушение конфигурации шеи. Вот эти симптомы, они как раз наталкивают на то, чтобы лишний раз обратиться, показаться к врачу. Ну вот ту симптоматику, которую вы перечислили, да, в принципе, ну, наверное, уже такие проявления, да, появляются. Да, это уже проявления, а вот такие, чтобы... которые человек способен заметить сам. Все-таки способен заметить, да, сам, конечно. Да? Но я вот сейчас вот сижу, слушаю вас и думаю, что вот все-таки, чтобы не допускать уже этого, да, хотя, конечно, если он заметил, это обязательно надо идти к врачам и немедленно прям, да, но чтобы вот уже не допускать этого, наверное, вот как раз диспансеризация, медицинский осмотр, о котором мы сказали, чтобы вот этот скрининг, да, вот этот диагностический, минимальный, да, чтобы он сразу это отразил. Да, и пациент был направлен к тому специалисту, которому действительно необходимо. Конечно. Обратите внимание, потому что мы все знаем, насколько загружены врачи в этих медицинских профилактических центрах. Там большой поток пациентов. И не всегда врач-хирург, который осматривает нас, лор-специалист, который осматривает нас в этих профцентрах, он может заметить, он может просто, ну, так образно сказать, не в обиду никому, проглядеть этот момент. Если пациент обратит на себя внимание дополнительно, конечно, врач не откажет. И врачу укажет на это. Да, и врачу подскажет, что у меня вот такие симптомы есть. Врач, безусловно, остановится, безусловно, обратит на него внимание и напишет направление, даст направление к соответствующему специалисту. Это врач-эндокринолог, врач-хирург, и если у него какие-то будут более глубокие, так сказать, подозрения, и направит еще и к онкологу. Это будет правильно. И, конечно, эту рекомендацию надо выполнить. Не откладывать ее в долгий ящик, а пойти и сразу к онкологу записаться. Вот это очень правильно. Да, да. Это очень правильно. Скажи, пожалуйста, ну вот, а вот возрастные изменения как-то тоже влияют вот именно на возникновение рака щитовидной железы? Ну вот отмечено, что вот больше в молодом возрасте или в среднем возрасте каком-то? Наиболее опасен рак, конечно, у детей, у людей до 17-18 лет, и у старшего поколения 60 и более лет. Вот. В среднем возрасте, конечно, рак протекает менее агрессивно и легче лечится. Вот таким образом, да. Дети, как правило, вернее, родители маленьких детей, они, как правило, ну, загружены, может быть, несколько другим, чем вот таким, что не совсем всегда ну, мешает детям. Потому что опухоль, даже когда она развивается, она течет бессимптомно. И когда уже родители замечают ее, скажем, она уже симптоматически может быть очень такая далеко запущенной. И вот здесь тоже кроется неприятность, которая не позволяет вовремя обратиться. Да, вот вы правы, здесь дети и пожилые люди – это наиболее опасный контингент такой. Сергей Васильевич, а вот гормональный фон, он меняется при раке щитовидной железы? Гормональный фон при раке щитовидной железы, если говорить о гормонах, которые вырабатывает щитовидная железа, практически не меняется. Дело в том, что высоко дифференцированные формы опухоли, они сами по себе еще и вырабатывают гормоны щитовидной сами по себе, в отличие, например, от злокачественного образования других органов. Они вырабатывают, и этот гормон, он определяется, и нормально. Вот, поэтому, кстати, и на этом основан один из методов лечения раков, да, это так называемый супрессивный метод лечения. Поэтому вырабатываются гормоны, они могут быть нормальны и ничего не отражать. Сергей Васильевич, ну вот бывают формы вот, популярные, да, фолликулярные. Популярные. Чем они отличаются и вот какова распространенность у того и другого? И в чем, может быть, вот популярный, это же более такой популярный, ранний, да? Более распространенный рак. Вот. Он в общей, значит, статистике занимает где-то 85% всех раков щитовидной железы. А фолликулярный рак – это от 5 до 15% по разным данным. Сергей Васильевич, ну, давайте тогда вот сейчас поговорим о тактике ведения пациентов именно с раком щитовидной железы у нас в регионе. Вот как поставлено у нас? Я с удовольствием объясню, потому что я занимаюсь раком щитовидной железы вот уже на протяжении 36 лет в диспансере. Вот. Значит, у нас организовано в 1979 году отделение опухолей головы шеи, которому было вменено в обязанность как раз заниматься лечением рака щитовидной железы. Все очень просто. Вот те врачи, которые заподозрят у пациентов предвестники онкологического заболевания, щитовидной железы, направляют к нам этих пациентов в онкодиспансер. В онкодиспансере мы определяем круг необходимых анализов, которые пациент должен пройти для того, чтобы поставить им точный диагноз. А сейчас точный диагноз – это не то, что мы видим глазом, это еще диагноз и гормональный фон определяется. Это и диагноз при помощи МРТ, КТ. Надеюсь, все люди уже знают, что это значит. Конечно. Вот, поэтому я применяю уже эти названия, эти аббревиатуры. Вот. И, кроме того, очень важным является определение морфологической структуры того объемного образования, которое врач лечебной сети или врач нашего кабинета, отделения опухолей головы шеи, заподозрил у пациента. Методом такой верификации является тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. Совсем недавно эту пункцию, она называется так среди людей, пункция щитовидной железы в простонародье, выполнялась без контроля ультразвуковым методом. На сегодняшний день такое исследование считается несколько усеченным, поэтому мы требуем и просим, и работаем с врачами УЗИ, и врачами общей лечебной сети, чтобы такое исследование, то есть тонкоигольные аспирационные биопсии, выполнялось под контролем УЗИ. Опытный квалифицированный врач УЗИ кабинета выводит на экран вот этот самый подозрительный на наличие опухолевых клеток узел щитовидной железы, и под контролем экрана, то есть то, что происходит на экране, туда, в центр этого узла, вводится игла, при помощи которой набирается шприцом содержимое. Содержимое это извлекается, выводится на стекло. Это тонкоигольная аспирационная биопсия, она так называется. Выводится на стекло и производит так называемый цитологический анализ. Это не генетический, не гистологический, а чисто клеточный анализ. Вот. Если с этим материалом работает высококачественный цитолог, то есть специалист по описанию этих материалов, то он способен с высокой вероятностью, точностью поставить диагноз рак щитовидной или его исключить. И даже стадию, наверное, да? Стадию нет. Пока стадию определяется другими способами. Вот. А именно наличие или отсутствие раковых клеток. Просто да, есть или да, нет? Да или нет. Совершенно верно. Да или нет. И еще он может определить, какой рак. Какой рак? То есть это рак щитовидной железы или это рак, например, кожи, через которую прошел, то есть плоскоклеточная форма, или это узел, который представляет собой метастаз рака слизистой оболочки, плоскоклеточной формы, совсем другое. Вот, опытный цитолог способен. Но, как правило, наши цитологи, у нас как раз сейчас работают два опытных цитолога с достаточно высоким стажем, они очень хорошо и качественно определяют. Ну, просто порадуюсь за наших цитологов, они регулярно консультируются по цитологическим картинкам с нашими ведущими федеральными центрами цитологическими, и их ответы в 95–96–97 случаях даже совпадают с тем, что говорят и видят врачи федеральных центров. Это высокое достижение. Это здорово, конечно, гордость прям за... Да-да-да, так оно и есть. За такую работу. Я просто говорю, действительно. А наши УЗИсты, которые дают направление, в котором нужно действовать врачу, который производит пункцию, они у нас молодцы. А тогда перейдем уже непосредственно к лечению. Да. Лечение, все-таки какие методы лечения используются основные? Об этом расскажите. Да, это, наверное, самое важное, что интересует наших зрителей и слушателей. Основным методом лечения рака щитовидной железы, конечно, является хирургический. Но, как я говорил, в старшем возрасте бывают случаи, которые мы называем нерезектабельные и неоперабельные. Но резектабельность – это когда опухоль слишком большая и нельзя удалить щитовидную железу так, что не причинить вреда именно во время хирургической операции жизненно важным органам. А на шее, как известно, есть жизненно важные органы, такие как сонная артерия, позвоночник, пищевод. И если мы эти органы в ходе операции каким-то образом повредим, то операция эта теряет смысл. Человек, пациент может погибнуть от последствий операции быстрее. Поэтому такой случай принимается нерезектабельный. Неоперабельность – это когда у человека имеется масса сопутствующих заболеваний, которые не позволяют ему дать наркоз. А операция, которая производится, она достаточно трудоемкая, длительная во времени, выполняется с привлечением, знаете, таких микро, даже сказал, хирургических техник, требует тщательного подхода со стороны хирурга. Удаляется не только сама щитовидная железа, но в ходе удаления верифицируется паращитовидные железы. Их обязательно нужно сохранить, иначе будет нарушение обмена веществ в организме. Кроме этого, врач-хирург обязан обнаружить и ни в коем мере не затронуть своим инструментом так называемые возвратные нервы, гортанные возвратные нервы, которые отвечают за голос человека, в более грубом, если повреждении, то и даже за проходимость гортани для воздуха. В случае повреждения связки могут смыкаться, и тогда человек не может дышать в принципе вообще. Вот таким образом. Поэтому операция длительная, операция тщательная, требует большой подготовки со стороны хирурга. Вот. И самое такое, она выполняется под наркозом. Не всякому человеку наркоз, в принципе, можно даже дать. Поэтому наши врачи-анестезиологи подходят к таким пациентам очень тщательно, выявляют жизненные показания и противопоказания. Только тогда, когда это все возможно, только тогда такая операция производится. Но во всех остальных случаях, значит, болезнь признается или опухоль признается нерезектабельной, и тогда мы определяем, что можно применить пациенту. На сегодняшний день альтернативой хирургического вмешательства является так называемая радиоиодтерапия. И она возможна при раке папиллярной формы и фолликулярной формы, о которой мы говорили. Вот. Тогда пациенту вводится специальный радиоактивный йод, йод-131. Суть метода состоит в том, что клетки щитовидной железы, это те клетки, которые поглощают любой йод, который находится в организме, преобразуют его. Вот. А если им обмануть организм и подать радиоактивный йод, она его поглотит, эта клетка раковая, и сама от воздействия радиоактивным йодом погибает. Йод выделяет радиацию, клетка погибает. Таким образом разрушается большой объем опухолевой ткани. Большой объем, почти, можно даже сказать, весь, если особенно... Опухоль особенно чувствительны к этому. Но бывают случаи, когда опухоли не чувствительны к йоду, к радиоактивному, и не воспринимают его. Это опухоли другой природы, не фолликулярной, не папиллярной, например, медуллярной природы, вот, или, например, недифференцированный рак, или, например, анапластический рак щитовидной железы, или поражение щитовидной железы лимфомой, лимфомы там начинают разрастаться. Вот тогда это неприемлемо. Вот. Ну, тогда вот принимается какой-то другой метод. Вот. В частности, при йод-резистентных раках фолликулярном и папиллярном применяется лечение ингибиторами тирозинкиназы. Это относительно новый способ лечения, новые препараты в лечении рака щитовидной железы. Вот. Опыт лечения этими препаратами у нас, к сожалению, пока в области небольшой. Вот. Буквально по пальцам одной руки можно перечислить пациентов, получающих такую терапию. Но должен сказать, что эта терапия достаточно эффективная. Вот. Ее особенностью является то, что много побочных действий у людей, которые страдают сопутствующими заболеваниями. Вот, она труднее переносится пациентами с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца. Вот, и иногда вызывает осложнения, которые несовместимы с дальнейшим применением этого препарата. И мы вынуждены отказывать. Ну и тогда, конечно, извините, приходится отказываться от лечения вообще. Вот. Ну и такие пациенты, конечно... Вот. Но это единичные случаи уходят. Такие, наверное, да? Все-таки? Ну, единичные, к сожалению, статистики, как часто эти случаи встречаются, пока тоже нет. Дело в том, что вот наша задача – это избавить человека от опухоли, а компенсация и реабилитация пациента возложена все-таки на эндокринологов. Да. Ну, значит, специалисты это все знают, эндокринологи? Да, безусловно, конечно. Все... У нас с ними содружество в этом смысле. Очень мы на тесном контакте находимся, поэтому мы с ними... Сергей Васильевич, ну вот основной такой период у онкологов, я просто это знаю, да, что вот пятилетний, да, вот такой период смотрится более так предвзято, да? Да. Он такой самый сложный, смотрится, и потом уже в какой-то степени уже онкологи даже прогнозируют, да, течение заболевания. Совершенно верно. Об этом расскажите. Значит, пятилетний цикл наблюдения, он наиболее действительно самый показательный в плане выявления осложнений, вот, а также рецидива заболевания, прогрессирования и метастатического процесса. В этот период, после проведенного первичного лечения, лечения первой линии, мы назначаем пациента, вот раньше, в советские времена, через 1,5 месяца осмотр проводился. Сейчас международными, так сказать, разработками, значит, доказано, что даже период 3 месяца достаточен для того, чтобы выявить там что-то. Кроме того, мы используем современные методы диагностики, которые позволяют выявить опухолевые очаги. А они, эти методы диагностики, это КТ, МРТ и сцинтиграфия, вот, они не совсем так вот сказать, безобидны. Поэтому применять их чаще, чем раз в 3 месяца, ну, достаточно обременительно и для здоровья пациента, можно здесь переоблучить, вот, и для экономики. То есть часто делать какие-то исследования, это, ну, неоправданные, вот, не против делать, но если неоправданно, ну, какой смысл? Ну и человек тоже будет слишком часто приходить. Достаточно вот раз в 3 месяца, это доказано. Вот. Раз в 3 месяца человек к нам приходит, мы кроме общих анализов и оценки его общего состояния определяем характер изменения в зоне операции, смотрим, как выражены рубцы, как они выглядят, нет ли в зоне рубцов, в зоне удаленной щитовидной железы каких-то новообразований. Кроме того, мы обследуем, делаем УЗИ лимфоузлов шеи, УЗИ мягких тканей шеи на предмет выявления объемных образований вне ложа удаленной щитовидной железы. Вот. И определяем, есть там что-то, нет. Если находим объемное образование, цикл обследования повторяется. Делаем опять пункционную биопсию этого выявленного образования, выявляем его морфологическую структуру цитологически или гистологически и принимаем решение уже по выявленным процессам. Вот. Вот таким образом. И все эти 5 лет вот так вот. После 5 лет достаточно, вернее, не 5 лет, вот первый год раз в 3 месяца. Второй год мы уже так вызываем и проводим лечение, то есть обследование, раз в полгода. Вот. Дальше 3-й год то же самое, раз в полгода, а 4-й, 5-й – 1 раз в год. Вот. И это, конечно, если ничего не выявляется. А если выявляется, как я сказал, мы включаем процесс обследования, уточнения диагноза и лечения. Но самое главное, что должны сейчас уяснить наши телезрители, да, что идет очень такой, ну, скажем, такой очень жесткий контроль, да, за каждым пациентом, такой прям плотный жесткий контроль, потому что, чтобы избежать рецидива, чтобы избежать какого-то метастазирования. Совершенно правильно, вот вы говорите, у нас сформирован так называемый раковый регистр. Регистрируем всех пациентов со всеми онкологическими заболеваниями нашего региона. Этот регистр, безусловно, общается с регистром нашего государства, и есть обратная связь. Вот. И в этом регистре буквально на компьютере каждому врачу, ведущему прием, включается и вменяется в обязанность, высвечивается, что вот этот пациент должен посетить вас, врача отделения голова-шея, в такой-то период. Вот. И если он не приходит, ну, где-то за 1–2 недели, вот, ему раньше мы напоминали по связи, по сотовому телефону или через участковую поликлинику по месту жительства, вот, звонить, ну, лучше всего, конечно, по телефону, поставить человека в известность и напомнить ему, что вы не должны забыть, что вам пришла очередь посетить, на контроль. Если он не посещает, не отвечает на звонки, ему мы посылали открыточки, извещения, что вы должны прийти. Ну, конечно, если человек просто, как говорится, забросил это все и не отвечает на контакт, ну, здесь насильно мил не будешь. Но, как правило, наши пациенты, вот, а это, как правило, в 6 раз женщин больше, чем мужчин в этих вопросах. Вот. Женщины, как правило, люди аккуратные, дисциплинированные, в отличие от мужчин, вот, и, как правило, не приходят. Но мужчины сейчас тоже, должен сказать, стали более щепетильно относиться к своему здоровью, и на призыв посетить наше учреждение онкологическое они, как правило, дают согласие. Ну и самое главное, что сейчас вот в современном мире, в современном вот в нашем развитии, да, уже вот онкология, это же не приговор, да? То есть люди должны понимать, что, в принципе, все лечится, да? И самое главное, это нужно обратиться к специалистам вовремя, и тогда все будет хорошо. Совершенно верно. Вот. И, Сергей Васильевич, и тогда, может быть, по традиции уже какие-то добрые советы такие, ну, практические. Я просто еще вот последней вашей фразе некоторую ремарку такую добавлю. 5-летняя выживаемость после лечения пациентов раком щитовидной железы 82,6%. Это достаточно высоко. Очень высокий процент. 10-летняя выживаемость, конечно, меньше. Но здесь я должен сказать, опять же, обратиться к людям, что не все зависит от того, как человек перенес онкологическое заболевание непосредственно. Здесь накладываются еще другие заболевания, и сахарный диабет, и возраст, ну, конечно. И сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому титульным, конечно, диагнозом у них идет онкология. Вот. Но иногда вот мы с кардиологами спорим, что важнее, как говорится, вот ишемическая болезнь сердца у данного пациента или онкологическое заболевание. Вот. И здесь уже совместно решаем, что человеку как бы больше приносит неприятности. Ну и, конечно, тогда на титул выносим то или иное. Но это необходимо нам, врачам и научным работникам, для того, чтобы все-таки следить за ситуацией. Да. Пожелания какие? Вот мы говорили здесь о том, что у нас в области как бы всем категориям пациентов можно к нам прибыть, у нас получить обследование, консультацию, лечение в полном объеме, который предполагают современные протоколы. Но у нас, к сожалению, в области, извините, нет детской онкологии в этом смысле. Вот. Детский онколог у нас есть, но оперативного вмешательства детям, лечебные процедуры детям у нас, к сожалению, выполняются не в полном объеме. Может быть, это как раз на перспективу развития медицины. Да, к этому будут идти. Раньше, несколько, вот, скажем, лет 20 тому назад, мы под руководством нашего основателя нашего отделения Семенова Владимира Дмитриевича выполняли операции и детям, и подросткам. У нас были случаи, когда мы оперировали человека буквально там в годичном возрасте. Вот Владимир Дмитриевич оперировал полуторагодовалую девочку. Она выросла, потом стала взрослой девушкой, вышла замуж и потом своих детей нам приводила показывать. Вот. Но вот она перенесла онкологическое заболевание щитовидной железы. Сейчас мы контроля над детьми не имеем. У нас есть определенные нормативы, по которым мы детский контингент не осматриваем. Вот. Как их обсматривают, обследуют, лечат в детской областной клинической больнице, к сожалению, у меня информации нет. Но это, наверное, как-то стоит. Ну, значит, на перспективу. Да, на перспективу эти явления. И потом как-то развивать этот процесс, конечно. Но если мы уже об этом с вами говорим, значит, это уже... Наверное, да. Подошли уже к этому порогу, когда нужно это делать. Да. Ну, и просто как человек я знаю, что иногда ко мне обращаются так люди: а вот посмотри ребенка, а вот я говорю, я посмотреть, конечно, могу. Вот. И предложить что-то из того, что сегодня есть для взрослых, могу. Но будет ли это для детей? Мы этим вопросом не занимаемся, у нас как бы своя стезя. Вот, поэтому вот детям хотелось бы пожелать в этом смысле удачи. Детям, их родителям, их бабушкам, дедушкам. Вот. А в отношении взрослого населения хочу сказать, что нам, наверное, все-таки стоит вернуться или обговорить вопрос радиойодтерапии на нашей территории, у нас в Ульяновске. Вот. Сейчас у нас есть федеральный центр в Дмитровграде, у нас раньше здесь были палаты радиойодтерапии в нашем диспансере, потом это отделение закрыли по техническим причинам. Но вот возобновить, наверное, все-таки было бы желательно. Вот это пожелание, по большому счету. Ну, а по мелочи, конечно, здесь особо говорить, распространяться, я думаю, не стоит. Вот, все мы знаем свои проблемы, пациенты наши тоже знают проблемы и медицины, и свои собственные, поэтому... Спасибо большое, Сергей Васильевич. Ну, я тоже вам от души желаю вот успехов и вам, и вашему коллективу, чтобы действительно эта вот стезя у нас продолжалась такая, и она продолжалась успешно на благо наших пациентов, пациентов Ульяновской области. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов.